Весной прошлого года на Женевском автосалоне Шкода представила концепт-кар Vision IV. Теперь этот проект готовится обрести серийное воплощение. Конвейерной версией шоу-кара станет электрический кроссовер Enyaq. Как стало модным среди производителей, перед официальной премьерой чешская марка опубликовала основные технические подробности. Причем эти данные оказались щедро проиллюстрированы серией фотографий и видеороликов, на которых будущий Enyaq предстал в самом ярком камуфляже. Enyaq построят на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, а по размерам он немного отстанет от известного нам Кодиака. Правда, электрический паркетник ограничится лишь двумя рядами сидений, зато обеспечат просторный салон и ровный пол. Шкода планирует заявить гамму из 5 разных версий, 3 из них будут заднеприводными, мощностью в 148, 179 и 204 лошадиные силы. Базовый Enyaq сможет проезжать на одной зарядке 340 км, а топовый — все 500. Но самые мощные варианты — это полноприводные, которые получат самый большой аккумулятор из имеющихся, а их паспортный пробег составит 460 км. У полноприводного Enyaq суммарная отдача двух электромоторов составит минимум 265 сил, а у исполнения RS — больше 300. Вдобавок, пресс-служба поспешила раскрыть динамические характеристики RS-ки. Чудо не случилось. В разгоне до сотни электричка проиграет двухлитровому бензиновому Супербу. Зарядное устройство рассчитано на входную мощность до 125 кВт, поэтому от быстрого терминала электромобиль сможет зарядиться на 80% за 40 минут. У обычной бытовой розетки придется провести от 6 до 8 часов. А еще Шкода пояснила смысл названия модели. Ирландское слово «Enya» означает «источник жизни», а буква «Q» на конце уже давно стала обязательной приставкой для всех кроссоверов этой марки. Затягивать премьеру новинки Шкода не планирует, хотя запуск производства намечен только на следующий год. Первыми на рынок выйдут машины из приветственной серии. Притом Шкода уже сейчас предлагает задуматься над покупкой, поскольку таких машин не хватит на всех. Заявленный тираж — 1895 экземпляров в честь года основания компании. Перед общей презентацией чехи, скорее всего, отдельно рассекретят салон. В нынешнем релизе уже указано, что для отделки интерьера использованы экологичные материалы.